Кто-то может спекнуться у танка на трэш по танче для ребра, потом обратно спекнуться. Лимошка, ты тут? Слышишь, Олег? Слышу. Да, давай я, короче, пойду протопалом. Чё ты так решил? Ну, я так понял, танка нет, не? Ну, он должен сейчас прийти. Он просто покажет. А, ну Лимошка, ладно, иду. Идем пока без него чистим трэш. Нелли, ВРК. Опа. Сдавай кулаки по рейду. Да, этот Соник, ВРК. Тоже сказки раздавал. Соник, ВРК. Ладно, не перебафывай, оставляй каски. Идем налево. Ужасным мучением. Он так долго сопротивлялся. Но вскоре он... Соника, ты зашел, ВРК? Да, зашел. Бафай тогда кулаки. Хорошо. Вера, вот ты здесь, ВРК? Это что у нас выходит почти герой? Раз, два, три, четыре человека не сбили. Тут без 15.7 онлайн балл 13 человек. Я думал, рейда уже не будет.
Ира в ТВРК. Олег, а мы пойдем по ЕП или по РОЛу? По ЕП. Бля, слышишь, давай тогда я пойду фур без дамага. Давай на ЕП тогда заходи. Мы его уже взяли. Ну что, я пойду с Христом. С кем ты пойдешь, я не расслышал. С Христом. Давай. Мирабо, ты зашел в РК? Слышишь меня? Так, новый шкаф. Вера, вот ты уже зашел в РК? Бафы и кресты. Юля, ты тут? Канал, ты заходишь на креста? Да, сейчас. Да. Так, Соника, кулак, бафы, Нелли, каски. Лимошка, крест. Self-control, ты тут? Сейчас походу слот освободится. Пускай Ваня кем-то заходит. Ваня, заходи на мага или там РДД какой-то. Сейчас давай я до срока варом, а потом магом зайду. Тебе на вар что-то надо? Да, более надо.
Что там, 11 плюс фаер на волю есть или нету? Силчат есть. Ну ладно, сейчас я вам туда зайду. Зачем? Что когда не вешать? Может, куда не скажу. Завтра еще будет ссылка 2 спидер. Ну и завтра скажу. Так из пагов никого на воле нету. Там 17 на волю был ДК. А. Да кикни его. Да ладно. Олег, ты даешь инвайт мне на престол? Олег. Я кидаю, ты не принимаешь. Давайте заново фулл рабаф. Квест. Рыба или кто может ставить рыбу, поставьте плюс. Держи рыбу, будешь ставить на каждом боссе. Так, солчат, правил ролла вещей: одна шмотка до лича, пушка с лича и один токен. Пишем РК, на какой спек вы ролите. Если вы отходите АФК, пишите об этом в РК, в рейд-чате или говорите в РК. То АФК шит без предупреждения, лишается лута, кикается с рейда и так далее. Так, давайте пока АФК шит, пойдем в 3 хила. Так, секунду, подождите. Кто-то может на хила зайти или спекнуться на пару боссов, там от дур надо отойти? Ну я могу в ДЦ. Да, она на 40 минут отойдет. Придется искать хила сейчас. Или кто может спекнуться на фулл рейд? Эконок. Да, да, только я релогну исключаю, да. Давай. Достай, где ты видишь ДЦ? Где? Вот он испекается. Сейчас я возьму еще одного чела. Мы пойдем. Ой, это... Только Олег, подожди, пожалуйста, я настрою дом. Давай.
5177377, кажется, так. Две семерки в центре там. Ну, ждем, пока паладин зайдет в РК. 19:30 уже. Чек. Так, секунду, все, я переодеваю шмот, я готов. Спекнуть стол команду топи. Ничего не бафаешь. Ай, поставьте столик, пожалуйста. Столик поставьте. Вставили? Да, вижу. Чек на пул. Последний чек. Так, что-то не хватает. Дайте им опять по крестам. Креста не хватает, лапы не хватает. Крест у нас бафает лимошка. Шуршит, что, блядь, там Абиба пиздец. Все, макрос на пул. Бафит громкость, не будет шуршить. Становимся звездочку. За фрейм босса не заходим, чтобы не умереть от костереза. Вроде только 4 хила, следите за лужами. Шипы играем. Ходим с лужи. Давайте в ромбик сыграйте. Милики, бейте шипы РДД босса. Сейчас снова лужи пойдут. Убегаем. Еще одни шипы с лужи вышли. Давайте, милики, три шипа в центре. Лужа опять разливается. В рейд текут, отбежали влево-право. Давай сакру, лимошка. Пошли в этот во фрейм босса быстрее, пока шипы не кинулись. Сзади шипы. Не бить ребро, добить шипы. Сзади два шипа быстрее. Встали под босса теперь. Опять шипы. Thank you.
free spec из автанка. Разрулим вещи не на корабле. Осколки. Осколочки можно мне пособирать? Кошки. Что ты сказал, друг мой? Осколочки можно мне пособирать? Там не было осколка. Вообще. Посмотрим сейчас, кто там первый по очереди. Давайте звездочку играем. Смотрел очередь, подскажите, кто первый. Так, Осирис Таркоз слева, буду танчить Рашлемошка справа. Первого на пол на Таркоза. Нео, слышишь, начинается вторая фаза, напуливаешь на Таркоза. Видишь, что у Таркоза 3-4-5 стаков, напуливаешь на второго БДК, Никольс Фриз, то же самое, Селфич Марон. Капли, паладины, три пала с солчата. Нужно сливать капли с пула по КД. Если вас кинет леди, в контроле будет капля не на КД, вы умрете. Умираете, не ролите вещи на этом квартале. Так, выгонит боя, поднимайте... Пала, Ромеро, давай гимноману. Ставлю тотем. Вставай. Сразу баф попало. Пристаба в лапу, интеллект, каску, кулак, крест. Так, киннеры везде залили. Мелики слева бьем трэш. Неизвестно. РДД справа трэш, милики слева, но если кто-то из сторон не добивает трэш, помогаем. Помогаем мне диспелить проклятие, диспелить леди. Никакого ОЕ дамага по своим, когда они в контроле. Отбегаем от духов, убегаем с лужи. Каску по фи... по палам дайте, палы по себе каску дайте, чек на пул. Экзема, давай гимна мана. Так, поется гимн и все, макрос на пол. Он не тайм, давай СС на ИСТА, я забыл сказать. Играйте в трэш. Трэш вышел, давайте все в трэш играем. Гимн за гро. Уже вышли. Сейчас будет лучи контроля. Готовимся к контролю, сливаем капли. Смотрим внимательно. Контроль сейчас будет. Так, законтролил квадрат. Остальное контролем. Используем следи хоты. Квадрат опять контролем, вышел с контроля. Ну, помогаем диспелить леди. В центре моб. Моба добить в центре. Новый трэш вышел. Вот этот моб звезда. Заберите танки. Быстрее. Трэш играем. Быстрее в трэш играем. Контроль сейчас будет. Господи, боже мой, трэш взрывается. Контрольте людей. Квадрат. Луна быстрее, квадрат луну, луна ДД. Так, должны перевести какой-то паладин каплю, смотрю, кинул. Моб, всем похуй просто. Да переводим. Стопайте по леди, я ошибся, играйте все в трэш, никто не бьет леди, все в трэш. Напуливай на Таркоза леди. Сейчас леди выйдет с контроля. Так, давай сакру, лимушка. Все играем в трэш. Сейчас будет контроль. Расконтролили своих. Никого я дамаг. Быстрей. Быстрее в контроль. Трусы законтролил. Выш, отбегаем от духов. Отбегаем от духов, добиваем трэш.
Набиваем трэш, отбегаем от духов. Духи вышли, проводи леди от духов. Стой. Ромерка, давай гимна отхил. Так, трэш добить. Добить трэш быстрее. Пух, Настик, поднимай Менска. Отбежали от духов. Убежали от духов. Кто-то не отбегает от духов, сука. Давайте помогу, баф, лапу, крестобаф, каску, помогу. Отбежали опять от духов, контролим людей. Играйте в трэш. Играйте в трэш, контрольте людей. Все в трэш играем. Альдран, подымай Нереварина. Отбежали от духов. Баф по, по друиду, даем баф заново. Альтея, давай гимна мана. Каску по друиду, пристабаф. Отбежали от духов все отбегаем, духи реснулись. Новый контроль сейчас будет. Наполивайте на теркозы, 5 стаков на эсфризе. Контроль сейчас будет, 2 секунды. Играйте все в трэш, контролим людей. Отбежали от духов. Так, трусы не убейте, трусы в контроль. Протопал в контроле. Танк, который не держит леди, забирай на себя трэш быстрее. Хан, притворись мертвым. Нереварен, поднимай пухнастика. Так, кулак по пухнастику, кулак по друидам, пристабав и лапу. Отбежали от духов. Флайрим, у тебя рост на КД. 50 секунд. Отбежали от духов, играем в трэш. Не убейте хило, 2 хила в контроле. Отбежали от духов, играйте в трэш. Напуливайте на айсфриза. Атеркос 5 стаков. Опять духи, отбежали от духов. Диспельте следи щиты. Опять духи, отбежали от духов. Веди теперь леди к воротам, короче, сейчас добьем уже. Все, не бейте трэш. Добиваем леди. Так, последний контроль. 3 хила в контроле. Давайте луну законтрольте и добивайте босса. Поднимайте людей, идем на следующий квартал. Ваша смерть неизбежна. Есть у кого сканы? Покажите обзор, пожалуйста. Так, чек на баф. Пишем в чат, что не хватает к нему. Тут очень много.
Капитан Саурфан будет рад видеть вас на борту молота Оргрима. Мы будем сдерживать Альянс, пока вы не будете готовы к взлету. Пехота молота по местам! Эй, как дела? Встаньте, сыны и дочери Орды! Сегодня... Раз-раз, работает рука? Да. Лактарагар! Оркрон, взлетаем! Отойду, телефон звонит. Звонит. Вы видите? Что это там вдалеке? Корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу! Не то мы ее прямо в небе взорвем! Орде тут делать нечего! Пехота! Сержанты! Ой! Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Лимошка, ты тут? Да. Корабль под обстрелом. Тут люди умирают. Давайте в мага играем. Маг. Хан, ты на корабле, да? Запускайте сурка, я вытону сундук и разрулим 9 шмоток. А я мне спекнулся в этого, в шипе? Да, хочешь, спекайся. Бля, не, я, пожалуй, не буду. У меня типа хиловские гаддоны, бля, я не смогу бить. Так, осколок. Хэба. Питки выше лимошки, если не ошибаюсь. Да? Выдвигайтесь! Герои, будьте начеку! Где там эта очередь? Что, посмотрим? Присоединись ко мне, отец. Так, это хлам выпал. Монета кому-то надо просто так. Крест по ханту. Перчатки. На хулипал или паладин на этот на ов. Пояс РДДшный. Ну, в очереди посмотрел лимошка выше. Ну, они рядом. Блин. Лимошка выше. Ну,
крепости в Городаре. Кинь ссылочку на обсуждение, что-то не могу найти ее. Или где-то в другом месте она. А чё ранили-то? Ух, Настик выиграл. Важно, умер бы я или выжил. Давай, трейд мне. Крест, пожалуйста, по престам. Подходи, да, все, вон. Подходи, короче, спасибо. Чего? Непонятно. Бой начинается, подходи. Давайте в трэш играем. Кружочек идет на... никуда не идет. Луну добейте. Ском? Нет. Питкин сможет мне осколок передать, который ты ему дал? Я думаю, нет. Чем ты отдал ему тогда? Он не персональный. Давайте опять в трэш играем. Так, луна вышла из-под контроля. Мертва уже. Так, ну последний трэш надо будет слить. 3 секунды. Давайте в трэш играем. Вот, 35% хп было у мага. Ромбик заберите, танки. Кружок вышел из-под контроля. Кружок вырос. Все, открываем портал, идем на чуму. Че там, в рекорды свои запишите, скрин там скиньте, кто-то обогнал Джерри на ПДПС, вон 20к 800. Неплохо. Лимошка, МП5 по конту, это, да? Это при том, что я без фласки и без зелий, без двух. Ну заскриньте. Заскриньте, давно что-то мы не обновляли. И без истерии. Хотя ладно, я сам заскриню. Да. Зато с триксами. Да холодовый демон 20 000 дал. Дал с половиной почти. Принц скрин 21.3. Ну по рекаунту 19 у него. А есть да. Хорошо, по скаде у него 19 217. Вот, ну, мэпс забагалась. Ну да. Так ты же зашел не с поля боя. Аномалия красивее, да? Как-то где бы не дают. Какой общий ДПС там? 400, да? 312. Ну когда 3 трэша, всегда около 300. Если под третий трэш, то там больше. 320-330. Если один трэш. Блять, 500 нахуй. Угу. Один трэш только на X5 воронаях. Когда 360-370 там. Каноп сейчас сагришь. Он может до третьего трэша. Ну, появляется. Сагрили. Выпускай танчик.
ты танчишь или мошка? Давайте, звезды добили, кружок. Там кольцо льда дали, играем в кружок. Раз начнет лагать у вас. Сакру давай. Куда? Ладно. Давайте. Кольцо льда даем, у них небес вроде работает, и отходим и заливаем все это дерьмо ауе дамагом. Боб можно на демона кинуть. Кан, включай скорость двух стаи, когда мы идем на какой-нибудь портал или с босса уходим. Сэкономим пару минут. Когда именно заливайте все звездочки, мушаманы. Давай, Жумерка, давай Дим на ману поставил тотем. А сейчас Сакра есть? Да. Давай Сакру. Упало что-то. Давайте по коту опять баф, пристабаф, лапу, кулак, каску. Паладины станем звездочку, чтобы не откидывал нас. Так, на мейн надо танковские наручи. Питкин забирай. Чё ты, блядь, бакламишь? У тебя там, блядь, ДДшные наручи, отдай. Ну, уф, спек. Ролин. Кидай питкин бал. Вот, заебись, блядь. Я твоим ДК танчил, но... Заберёшь наручи, отдам. Давайте сагрим вонючку. Только не сагрите прелесть, не бог. Так, на рейндж, на гниломорд у нас выходит 3 шп, весовые, лук, 6, хан 7, 8 протопал. И я не прист. Чего, Ларин? Я не понимаю, что ты говоришь. Хватит них небес, потрачу кольцо сюда. Слушайте, а тотем языка пламени стакается с этим, с демоном или нет? Не. Какой ставить? Какой хочешь, можно ДД поставить. Без разницы. Ну, да, лучше. Лучше, чтобы было языка пламени, потому что изначально баф демона будет чуть сильнее первый. Ну ладно. Пларим поставишь тотем на силу природы в центр.
Добейте там трэш. Куда вы пошли, трэш не добили? Ленточку родом. Так, поднимайте верового сейчас. Слушайте внимательно, куда становиться на рейндж. Два человека. Давайте, ворот будет стоять. Экзема, Нео. Рейндж 12 метров друг от друга. Держите. Слева Ромер Кальтея. Слева это возле кузницы с бочками. Видите, слева от босса. Справа Неревален Альдеран. Позади босса Яни Прист и Only Time. Пафайте мага, поставь рыбу. Чек. Ну-ка, кинули. Крестобаф дали, макрос на пол. Я не прист, ты выходишь на рейндж. Позади босса возле Only Time. Я тут и стою. Я понял. Only Time, ты где? Сейчас. Он у входа. Ладно. Перебежали за спину. Лужи, смотрим, у ворот лужи. Хант, уйди. Набираем дистанцию. Через 8 секунд будет большой слизень в рейде. Там за спину перебежали. Новые лужи возле двух сов, возле Яни Приста. За спину перебежали. Новые лужи. Пьера, прожми бабл. За спину перебежали. Новые лужи. Я не прист. Верово, прожми глыбу. Ромерка, жмешь сейчас точку, уходишь с лужи быстрее. Прожми уход в тень. За спину перебежали. Новые лужи возле ворот. Экзема, точку прожми, далеко не захили. Точку прожми. За спину перебежали. Большой слизень сейчас в рейде будет. Забирай. А, блядь, танк блюет. Прожми сакру сейчас. Прожимай сакру. Сейчас будет взрыв, смотрим. Так, отбежали все к стенке. Дистанцию набрали, только не под левоту босса. Все, забежали обратно под босса. Те, кто на рейндже стоял, там и оставайтесь. Никто не умер, отлично. Альтеа, прожми бабл, побли бабл, тучку. Так, Верово, на рейндж выходи, все маги на рейндж. Что-то у нас, это, Мелизона почему-то заблевалась. Это баг какой-то, там даже рогачки не было, так? Да, кстати. Я обливал. Какой-то баг. Поднимайте людей. Не, ну лут сегодня охуенный падает, кстати. Хоть плыви по ней в круизе. Не достаю слишком далеко. Так, надо бафнуть ханта, приста, лока. Mm.
Поставь рыбу опять. Ромеро. Сема, краснопол. Лапу обновите. Пару блинчиков. Дистанцию набираем. Паладины. Пьера, поставь ауру на шеду и резист. Защита темной магии. Так, кастаура есть. Нет, гнили, прожмешь мастера ух. Так, 4 человека, блядь, кто-то не соблюдает раньше. Там щит обновили, протопали. Так, пухнастик сейчас пойдешь под скринтами, сдашь квест, а мы все идем на пробуху, засуманим тебя. Соник отойдет на минутку буквально, сейчас туда войду. Подойди только в этот, подойди в комнату с инвентарем. Да, сейчас я в комнату сбегу, отойду на минутку, бью. Magic Story, подойди в комнату. Там ставьте шкаф. Так, он не там, тебе придется замедлять двух слизней. У кого есть скадалинг, найди, пожалуйста, абсорб. Так, чем не уролим? Паладин, жрец, чернокнижник. Все, суммоним.
Стой, секунду, блядь. Стой. Так, лимошка, да. Лимошка выше. Так, спуститесь ниже, чтобы вывин запустился. Так, милики, будем стоять в одной точке, когда выливаться будет зеленый слизень, буду вешать квадратик. Если вас зеленый слизень откидывает, вы отходите в РДД зону, ждете, пока слизень заново выберет цель, тогда только начинаете его опять бить. РДД зона, вы набираете максимальную дистанцию зеленого слизня. И набирайте друг от друга дистанцию, становитесь шеренгой. Хилы не сбегаются в цель зеленого. Что там еще? Никогда не стойте в одной точке в РДД зоне, когда появляется зеленый слизень, так как босс кидает сразу две лужи и три пельмени. И это все может прийти в одну точку. Поставь рыбу. Будем стопать дамаг на первой фазе, ждать зеленого. Первого зеленого не замедляй, лимошка, слышишь? Здесь тоже тотем на силу природы поставь, Плариум. Так, СС обнови на С-стаи. Крест по локам. Дух стаи убери, Хант. Селфиш Эстай, Magic Story, крест по ханту. Magic Story готов. Все, пей столик, лимошка. Пуляй босса. Вставляйте прожимки на переходку. Или зона лужи. Стопаем по профу. 85, стоп по профу. Не бейте профа, ждем зеленого слизня. Шеренга, максимальная дистанция от этого зеленого слизня набираем. Все играем зеленого слизня. Милики отбежали в РДД зону. Не подбегайте к зеленому слизню. Фьера, не подбегай. Отбежали от луж. РДД добивайте на расстоянии. Повезло немного нам. Переводим профа. На ком зеленый, добав к столу в звезду. Красные, бейте красного слизня. Зеленого слизня бьем в задницу, чтобы вас откинуло в центр комнаты. Хилы не сбегается от цели зеленого. В Magic Story после взрыва прожмешь гимн от хила. Зеленые отбежали в звездочку. Прожми глыбу, не сбегаться в череп. Прожми глыбу. Все, добивайте, смена цели красного. Красного не будет. Добивайте зеленого. Убежались в череп. Так, смотрим, пельмени сейчас пойдут. Лево-право бегаем. Колбы, лужи. Заливаем интер звездочки. Выливается красный слизень. РДД играем в красного слизня. Убежали от пельмени. Так, миники бьем красного. Профа тоже уводи, сейчас колбы будут 5 секунд. Убежали от пельмени. Сейчас будет выливаться зеленый.
Умник, идите бить сейчас зеленого. Желательно в одной точке в квадрате в жопу слизня, чтобы вы в одной точке и отлетели, потом отбежали от слизней. Зеленого все играем, максимальную дистанцию набрали, РБД. Давайте в этот в череп сбегаемся. Уводи профа, сейчас колбы будут, уводи. Отошли все от профа, колбы сейчас будут, 2 секунды. Отбежали от пельменей. Так, стопаем по профу, сейчас красный выльется и переведем. 3% переходка, не бить профа. И не приз передай чему. Все, играем все в красного. Экзема, давай гимноману. Гимноману, давай. Отбежали от пельменей. Играем все в красного. Ставил тотем на ману. Не реварен, давай Ромеро подымай. Переводим профа. Пельмени. Тут упрошал. Давайте, на ком зеленый дебаф к столу. Альдеран, подымай, дигли. На ком зеленый дебаф в звездочку. Красный, начинаем бить красного. Бафы по присту вару. Бить зеленого слизня в задницу. Ромеро споет сейчас гимн отхил по команде. Давай гимн отхил. Отбежали от зеленого в звездочку в центр. Отбегайте как можно дальше. В кружочек сбегаемся. О, отлично. Хороший ДПС позволяет нам не взрываться по три раза на слизнях. Иди сразу к воротам. Все, лимошка, забирай босса, прожимай срезку. Колба 5 секунд. Иди профа, начинай вести профа. Вот, покажи абсорб. Сука, на кого этот падал? Токен. Токен ролям, идем сдавать квест потом на этот кровавый квартал. Настика поднимите. Сурка, на кого токен падал? Пауза, я слог. Я не трест. Заберешь печеньку. Так, это на ОВ кому-то надо. Шип. Сама кинешь трейд отдам. Объект. Все роли то. Ну, на мейн роли это арканы, кресты, лодки. Сколько получается по 25 штук в стаке, да? Ну, это просто так. Надо кому-то. Давайте паладины станем сейчас трэш. Звездочка Фьера, кружок Нелли. Не давайте сейчас этот вихрь.
клинок кому-то надо? Идем по контролю, сейчас метки поставлю и контролю. Звездочка экзема, кружок Ромерка, квадрат Альтея. Попробуйте поконтролить метки, идите. Контрольте. Так, кружок законтролили. Ну, ладно, этого сойдет. Звездочки Соника, давай стан по звезде. Играем звезду, потом луча. У кого нету боя, поднимайте Войд Шторма. Кто еще не успел повесить бой? Тяните квадрат. Там Фьера, давай стан квадрату. Тянем кружок. Тяните всех мобов уже. Бафы по вару. Лак, каст, капистобаф, лапа. Обновляем бафы. Нереварен кружок, звезда Альдеран, корни покидайте просто. Квадрат, экзема. Дайте контроль, играем в череп. Отойдите все, давайте сакру, отойдите от трэша. Очень плохо. Давайте гнев небес, кольцо льда, хилы отойдите. Играем в кружок, звездочку, кружок, Нелли станешь, Соника, череп станешь. Играем в тактиков, потом в командиров. ПКД, гнев небес, кольцо льда. Дигли, отойди от мобов. Давайте кружок добейте. Дымошка, стан по квадрату. У меня все в КД. Упал, не мог захилить. Так все сливаю. Альдеран, давай, подымай лимошку. Ладно, не подымай уже. Сука. Это был низко. Ладно, ничего страшного. Поднимайте павших. Давайте, дагрим следующий трэш. Бафы по вару, по палу, по магу. Фьера, вставай. Бля. Кто что будет танчить? Двоих. Похуй. Напуливаем, Кант, Роба, напуливаем на лимошку Талдрама. Ставь рыбу. О, так. Давайте. Баф рейд, 30 секунд есть, потом пуляем босса. Фулл баф. Станцию набрали. Думали, что... На первом вихре даешь саку. Победимые воины и теперь наши силы едины.
Кресты, ханты, следим за кинетикой, точечная волна, играем первые 5 секунд. Это на мне кель висит. Давайте вихрь, дистанцию набрали. Сакру давай. Ёбан. Так, схильте сами на пару минут на этой. Бейте, Кирис, это точно. Ханты, присты за кинетикой смотрим. Там вихрь в центре, аккуратно. Так. Тут. Вот алдарами будет рост. Дети Валанара. Так, никто не падал, можно продолжить дальше. Давайте кружок контролит Экзема, Нереварин, Звезду, Альдеран, Альтея, Ромерка. Кидайте контроли. Мы играем в квадрат и кружок. Квадрат Нелли станешь, Соника кружок. А, все, там походу законтролили. Ладно, давайте кружок и квадрат. Лимошка, череп стань. Нахида, отойдите подальше, чтобы вас не откидывало, спокойно можно было захилить все. Звезду заберите. Играйте точечно в кружок звезду. Там 200 тысяч квадрат этот череп добейте. Экземон, давай один на ману. Сначала играем в миликов, в тактиков, звездочка, кружок, пул, стан, звезда, кружок, паладины, роги, коты. Не надо вихрем контролить.
Давайте мас диспел по рейду. Magic Story Минск. Дигли влево, следующую лужу вправо выносим. Magic Story вправо. Паладин. Так, Фиера, поставь ауру от темной магии. Дашь мастер ауру на взлодке. Ставим лево, выбегаем. У тебя опять котлетки жарятся. Чё? Котлетки жарятся. Да вода вижу просто. Сейчас. Так, сейчас цель с тенями будет. Нормально. Дистанцию набрали, от луж отошли. Давай сакру, мастер аур, присты гим на хп. Любой прист, кто-нибудь.
Войд абсорб, пожалуйста. Сиди у меня. Обожаю, Кеша. Не, оставь осколок лучше.